Букмекерская компания Pari Match представляет первый турнир UFC Fight Night Moscow в России. Стань свидетелем противостояния двух тяжеловесов Абдурахимов-Орловский. Кто выйдет из октагона победителем? Переходи по ссылке в описании на Pari Match, делай ставку на победителя и получи денежный бонус. Майрбек, последний раз мы видели тебя год назад. Что ты делала за все это время? Ты знаешь, все это время я был в тренировочных лагерях. Я тренировался и надеялся на то, чтобы вернуться поскорее. Но, как ты знаешь, это отняло меня целый год. Что случилось, то случилось, но сейчас я рад вернуться, чтобы показать всю мою технику. Ни для кого не секрет, что у тебя огромные проблемы с получением визы. Все люди очень сильно интересуются, в чем кроется проблема. Ты профессиональный спортсмен и дерешься в UFC. В чем загвоздка? Ты знаешь, у меня нет никаких представлений, что за проблема у Америки есть со мной. Я не бандит, и я не делал ничего неправильного. Я отдал всю свою жизнь этому спорту. Ты знаешь, у всей России сейчас огромные проблемы с Америкой. И из-за этого не должен страдать спортсмен, который отдал всю свою жизнь этому спорту, который провел все свое время в тренировочных залах. И по этой причине я не могу драться в Америке из-за какой-то бумажки. Я не могу понять, что происходит. Мне нужна эта виза, потому что из-за этой визы я не могу драться с лучшими бойцами в мире, даже если я заслужил быть в топе. Но ты знаешь, я надеюсь, что в ближайшем будущем я все-таки получу эту визу. Ты один из лучших бойцов в мире, и я думаю, все согласны с этим. Ты на очень хорошей полосе побед. Но что я слышал по разным слухам, это проблема не только в визе, но и в том, что соперники не хотят с тобой драться, так ли это? Да, они не хотят со мной драться, я тебе просто говорю об этом. Дайте мне любого с топовой десятки. Возьмите любого парня из топ-10. Я могу драться с ними в любое время, в любом месте. Они не хотят драться в Америке. А, не, они только хотят драться в Америке. Они не хотят драться в Европе, также драться в российском карде, понимаешь? Это просто безумие. Какое количество топ-10, топ-15 парней отклонили вызова тебя? Ты знаешь, очень много парней, очень много. Даже до этого поединка они не хотели приезжать в Россию. Я должен был драться с топовой десяткой в этом карде. Но они не дали мне драться с ними, они просто не согласились. Это стыд, скажут все фанаты ММА в мире. Ты получил соперника Дезмонда Грина. Что ты можешь сказать о нем, как о сопернике? Дезмонд Грин — это настоящий мужик. Он принял этот бой, он прилетел с Америки. Парни из топа, никто не согласился. Дезмонд Грин приехал сюда, и этот бой все еще в карде. Он мужик, да. Так что мы увидим, кто из нас лучше. В октагоне в субботу вечером. Что бы ты сказал насчет своего стиля? Потому что с ним очень тяжело справиться. Ты знаешь, это мой стиль. Если честно, я пришел сюда из больной борьбы. Но когда я захожу в октагон, мне нравится бить руками и выкидывать кики. Мне нравится драться в стойке, понимаешь? Я потратил очень много времени, чтобы улучшить свою работу в стойке. Я также проходил сбор в Голландии. Я тренировался там, и я думаю, Голландия находится на первом месте по работе в стойке. Также и кикбоксинг. Я потратил очень много времени, чтобы потянуть мою борьбу. Также и потянул кикбоксинг. Так что вот так. Я это могу представить, потому что когда я смотрю на твою руку, я вижу то, что ты бьешь очень тяжело. Потому что я всегда бью, понимаешь? Мне очень нравится бокс. Ты знаешь, это была мечта. Мечта для российских фанатов. То, что UFC придет в Россию. И сейчас это стало реальностью. Так что сейчас все счастливы, и я тебе гарантирую то, что стадион будет полностью заполнен. Они продали все билеты, если не ошибаюсь. Очень много людей ждали этого момента, и потому что это огромный карт. UFC ждали с нетерпением в России. А как ты думаешь, какое количество твоих друзей и родственников будут на этом карде в этот вечер? Ты знаешь, у меня есть Грозный, вся Чеченская Республика за моей спиной. Вся Чечня будет на этом стадионе. Больше половины стадиона будет занята чеченцами. Также из Австрии приезжают мои братья и друзья. Так что поддержка будет от Австрии, также и от российских фанатов, понимаешь? Все они меня поддерживают, и они любят меня. Я просто хочу сказать своим фанатам, чтобы они не сдавались. Потому что я не опускаю свои руки, я свято верю в то, что я получу эту визу и стану чемпионом UFC. Так что я хочу поблагодарить каждого, кто поддерживает меня. Так что да, продолжайте также поддерживать меня.
Вы слышали это, ребята? Продолжайте также поддерживать Майрбека, потому что каждый раз, когда вы это делаете, мы увидим больше Тайсумова в клетке. Спасибо тебе и удачи в бою. И тебе спасибо. Ролик был переведен и озвучен специально для канала Riot Fury MMA. Дорогие друзья, пожалуйста, если вам не сложно, оставьте свой комментарий и поставьте лайк этому видео. Мы будем вам очень благодарны.